приветствую! Сегодня я буду снимать обзор Красной Поляны и Розенбургера. Сейчас мы ждем экскурсионного автобуса. Цены разные, от 1500 рублей, смотря что мы будем посещать. На человека, разумеется, взрослый билет. И первая остановочка у нас – ущелье. Остановка у нас 7 минут. Можно вот там сфотографироваться с грифом кавказским. Видите, народу сколько. Очень красиво. Вторая остановочка у нас — минеральный источник. Здесь можно умыться. Вот где скала, можно умыться. Вход стоит 100 рублей. Пойдемте поближе. Дали нам 15 минут. Вот смотрите, эту воду можно пить. Мы купили бутылочку. Бутылка у нас стоит 15 рублей. Любая, причем хоть 0,5, хоть 1,5. И вот набирают люди воду. Следующая остановка у нас — это ресторан в горах. Смотрите, какая красотища. Фонтан, горы. И мы сейчас идем кушать, и у нас время 1 час. Вообще я хочу попробовать, наверное. Еще не знаю, посмотрю меню. Форель по-царски. Покажу вам сейчас меню Красной Поляны. Цены вот такие вот. Салатики 370-390. Супчики по 300, ну, 290 где-то так. Форель, одна рыбка будет 600-700 граммов, получается 600-700 граммов, это 1500 рублей получается. Вот такие вот цены. Вы проведете? Да. Я вас слушаю. Один харчо. И мне форель, фаршированная морепродуктами. Рыбка целиком, грамм 600-700, берите одну на двоих. Проезжаем горки. Зимнее время такова — множество лыжников и сноубордистов со всех уголочков земного шара. Сейчас наши курорты горнолыжные стали не просто центром нашей страны, а также всесезонными видами. Вот она, Роза Хутор, река Цыпта. По-моему, так ее называют. Горы. Наша экскурсия идет прямо. Надеюсь, что мы еще покатаемся на канатной дороге. Канатная дорога. И вон канатная дорога. Канатная дорога. Вот здесь вот показано, что где находится. Домберг Дном, Трикани, фермерские продукты, набережная Полянка. Короче, все-все-все вот здесь вот нарисовано, показано. Быть в Розе Хутор и не сфотографироваться возле башни с часами, значит, вы не были здесь. Еще одна остановка — это Газпром. Советуют посетить вот этот торгово-развлекательный центр «Галактика» и подняться на 4-й этаж. Там будет панорама, сейчас поднимемся, я все покажу. На обратном пути, когда будет свободное время у вас по пути как раз к канатным дорогам, подойдите к этому котику и натрите ему нос.
ждите, когда исполнится. Видите, какая красивая поэтому галактика? Такой вытертый. Мы же ведь на территории горно-туристического центра «Газпром», поэтому загадайте что-нибудь завидное. Часто задают вопросы, что нужно тереть русалке, чтобы сбылось желание. Честно говоря, не знаю. Но попробуйте натереть ракушку, может быть, еще одно желание обязательно сбудется. Но сейчас, уважаемая группа, а видно, что там натерто. Проходим в галактику, у вас будет свобода. Вот такой шар красивый. И нам, смотрите, лифты какие. И мы сразу идем на 4-й этаж на лифте. 4-й этаж торгового центра «Галактика» нас встречает вот такой вот страшненький дядька. Здесь у нас фонтаны и вот такая смотровая площадочка, где мы сейчас будем фотографироваться. Очень красиво. Вход на канатную дорогу. Дали нам вот такие вот магнитики, которые надо прислонять. Вот такие кабинки. Помещается там 8 человек и открывается-закрывается автоматически. И пипец, кабинки застряли все. Все стоят, нервничают. А вон тем, которые вот там застряли, еще больше нервничают, наверное. Поднимаемся на канатной дороге. Какой вид, смотрите. Мимо нас проезжают, хотел сказать, пролетают космолеты, как, знаете, гости из будущего. Как красиво. Ой, как красиво. А высоко. Доехали. Тут открывается вот такой вид. Вон там прямо открытая канатная дорога. Здесь вы можете пофотографироваться. Платить за это не нужно. Я уже сфотографировалась. И сейчас пойдем посмотрим, что там у нас дальше. Вот такой вид нам открылся. Вот это все пострижено из зеленой травки. Смотрите. Искусственной травки. Очень красиво. Вот такой вид. Смотровая площадка. Вон там Роза Хутор. Я так думаю, что там Роза Хутор. Канатная дорога прямо над головой. А это вот зеленый город. Идут различные мероприятия. Смотрите, какой рояль из травы. Вот это настоящие цветочки. Друзья, мы на открытой канатной дороге. Что-то мне раньше не было так страшно. А сейчас мне страшно. Чем старше, тем страшнее. Открытая канатка. Дочке страшно, что я его уроню. Так что все, убираем. Очень-очень красиво. Можно кабиночку закрыть. Вот она так закрывается. Мои ноги в полете. И завершает нашу экскурсию поющие фонтаны. Через 5 минут здесь начнется красивое шоу. Сзади меня находятся олимпийские объекты и вот этот факел.
Ждем. Ночной Сочи очень красивый. Вам понравилось. Спасибо большое за ваш лайк. Обязательно приезжайте сюда, не пожалеете.